Зыков Олег Владимирович, директор Института наркологического здоровья нации, выступает. И прекращаем прения. Спасибо. Спасибо большое за возможность выступить. Когда мы слушаем опыт регионов, всегда желательно слушать не такого общего плана доклады, а предъявление тех уникальных технологий, которые есть в регионах и которые можно тиражировать. Вообще ключевое слово – тиражируемость. Если мы обсуждаем такие технологии, то мы понимаем, куда мы движемся и какие у нас цели и задачи. Вот у нас было три основных выступающих, три региона – Ростовская область. Вот мы с Галиной Николаевной точно знаем, что именно Ростовская область является уникальной территорией по развитию ювенальных технологий. Сейчас это не очень модное словосочетание, хотя, мне кажется, сейчас уже как-то схлынула эта бредовая дискуссия. К тому же на прошлой неделе председатель Верховного суда господин Лебедев снова нам предложил вернуться к теме создания ювенальных судов, что, с моей точки зрения, абсолютно оправданно, и мы хорошо понимаем, что вторичная профилактика, работа с детьми группы риска, без создания специализированной судебной системы невозможно. А именно в Ростовской области мы наблюдаем абсолютно уникальный опыт взаимодействия исполнительных органов власти и судебной системы. Использование частного определения суда для того, чтобы корректировать поведение субъектов профилактики. Там много нюансов. За 3 минуты я это не повторю. В докладе, к сожалению, это не прозвучало, а это уникальный опыт, и он может быть тиражирован и должен быть тиражирован. Иркутская область. Я был участником, с моей точки зрения, очень важного эксперимента создания реабилитационного центра для наркоманов внутри исправительной колонии номер 2 Иркутской области. Это был уникальный опыт. Этот центр просуществовал 4 года, и, собственно, он закрылся только потому, что руководство Федеральной службы исполнения наказания поменялось, и приоритеты у него поменялись. Теперь некоторые из них сидят в местах лишения свободы со своими приоритетами. Так вот, это уникальный был опыт. И мы-то знаем трагическую ситуацию в пенитенциарной системе. Мы уже говорили, что практически половина тюремного населения составляют наркоманы, и работать с ними надо в том числе внутри пенитенциарной системы. И вот этот опыт Иркутской области, безусловно, его нужно восстановить, безусловно, его нужно воспроизводить. Он тиражируем, его можно воспроизводить и нужно воспроизводить. Ну, и вот, наконец, Ставропольский край. Завтра будет заседание правительственной комиссии по делам несовершеннолетних. Вот, Вениамин Шаевич не даст соврать. И мы будем там обсуждать вопросы медиации, в том числе школьной медиации. И мы-то хорошо понимаем, что первичная профилактика, и я здесь согласен абсолютно с господином Чуевым, это не акции, уж тем более не акции против наркотиков. Мы отлично знаем, что чем больше разговоров в обществе о наркотиках, тем больше детей экспериментирует с ними. И все это безобразие, годами мы уже говорим, надо прекратить эти акции массовые, никакого отношения к первичной профилактике не имеют. Научить ребенка в кризисной ситуации выходить из этой кризисной ситуации, не разрушая себя, в том числе не разрушая себя наркотиками. Вот школьная медиация – это и есть первичная профилактика. И именно Ставропольский край – это лидер, сейчас общероссийский лидер развития этой технологии. И мы знаем, что практически во всех школах Ставропольского края развивается школьная медиация очень успешно. Вот это тоже почему-то не прозвучало в докладе, хотя этим надо похвалиться, этим можно и надо было похвалиться. И, собственно, это та технология первичная профилактики наркомании, которую можно и должно тиражировать в Российской Федерации. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Олег Владимирович. Уважаемые коллеги, в первую очередь...